З лёгкай парай. Пасля капітальнага рамонту ў Магілёве ўрачыста адкрылася лазня на Лупалава, а дакладні лазня нумар 1 па Пушкінскім праспекте. Рамонт доўжыўся 3 гады, нарэшце аматары парнога духу дачакаліся. Лазня запрацавала, а ў дзень адкрыцця наведванне зрабілі бясплатным. От старой лазни тут застались бодай что стены, хотя и их цалком обновили. Заменили дах, сантехнику отепления и вентиляционную систему. Для парыльни выкарыстовывали лепшие породы древа. Капитальный ремонт предприятия «Гарвадаканал» проводила уласными силами. Выдаткована 15 миллиардов рублей. Предыдущая эксплуатация, может быть, и годы прошли, стены были в очень плохом состоянии, и особенно перекрытие, вот, что повлекло за собой привлечение конструкторов, проектантов, которые все здесь разработали, проектную документацию, ну и все это провели в соответствии. За 3 года? За 3 года, да. Вот с 13 по 16 год. Теперь лазня одночасово может принимать до 60 человек. У пральни 2 печки-каменки и 3-поверховый полок. Есть индивидуальные душевые кабины, предугледжена и душевая для людей с обмежеванными махчимостями. Тут же можно набыть мыло, дубовый веник. Добрый настрой додается. Родители приучили, очень любим ходить в баню. И вот Милана наша, Максимовна, тоже последовательница этой традиции. За что любят баню? За что? За пар. За общение, за веник. Ну, баню все любят. И молодые, и старые, я считаю. Так что эта баня нашему городу очень нужна. Тут париловка есть, я люблю, когда бьют веником. Сярод новинок буфет с уласной продукцией. Свежеспеченными булками с чаем частовали под час открытия. Дарэчы, кошт на послуги лазни, поколь вырашили покинуть на ранейшем узровне, у сярэднім каля 30 тысяч рублей. Снежана Крыжевич, Кристина Кранкевич, Василий Лысянков. Новини. Регион.